Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор», и в этом обзоре речь пойдет о телевизоре LG 75UR91006LA. В описании к видео мы оставили для вас подборку ссылок на магазины с лучшими ценами. Буду рад, если вы оцените наш труд лайками и поделитесь мнением в комментариях. Для того, чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Диагональ экрана 75 дюймов, разрешение 3840 на 2160. Подсветка Edge LED, матрица IPS, глубина цвета 8 бит, частота обновления 60 Гц. Телевизоры LG UHD превосходят все ваши ожидания. Наслаждайтесь живым изображением и реалистичной цветопередачей благодаря улучшенному разрешению за счет увеличенного количества пикселей в 4 раза по сравнению с Full HD. Процессор устраняет видеошум, создает более живые цвета и повышает контраст. Изображения с низким разрешением масштабируются и воспроизводятся с качеством близким к 4К. Он также знает, когда, где и как улучшить звук, создавая виртуальный объемный звук для более захватывающего и кинематографического впечатления. Телевизор LG UHD TV превращает контент 2К в максимально реалистичное изображение 4К, улучшая детализацию, четкость и цвет. Наслаждайтесь более четким текстом и изображениями с уменьшенным шумом и повышенной резкостью. Датчик освещенности измеряет окружающий свет, а затем процессор точно настраивает отображение тонов для достижения оптимальной яркости экрана. Интеллектуальное управление затемнением и алгоритм компенсации пикселей улучшают контраст для более темных изображений, а HDR-контент улучшается с помощью настроек яркости, которые превращают более темные сцены в сцены с потрясающим контрастом, детализацией и глубиной цвета. LG UHD станет украшением домашнего пространства. Эстетический дизайн тонкой панели и рамки прекрасно дополнит любой интерьер. Размеры телевизора 167,7 см в ширину, 96,5 см в высоту, толщина 3,9 см. Вес 15 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 400 на 300. На задней панели расположены стандартные разъемы: 2 USB 2.0, 1 Ethernet RJ45, 3 HDMI 2.0, 1 Optical Audio Out, 1 CI Plus 2.0. Присутствует оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Операционная система WebOS 23. WebOS 23 – это центр, который вращается вокруг вас, начиная с вашего любимого контента и заканчивая предпочитаемым способом просмотра. Создайте специальные карточки для ваших любимых приложений и сервисов. Расположите их так, как вам нравится, переключайте их и быстро переходите к своему контенту. Получите рекомендации по просмотру новых программ на основе истории вашего голосового поиска. Соедините все, что вы любите смотреть, с кристально чистым звуком, таким, каким он должен быть услышан. При подключении к телевизору LG звуковая панель автоматически переключается в режим звуковой панели. Кроме того, для наилучшего воспроизведения звука доступны 3 дополнительных режима. Обучаясь более чем на 17 миллионах точек аудиоданных, процессор определяет голоса, эффекты и частоты, чтобы затем оптимизировать звук по жанрам для более полного погружения. В телевизоре предусмотрено 2 динамика с общей выходной мощностью 20 Вт. Я проанализировал отзывы и расскажу, какие особенности выделяют пользователи сначала отрицательные. Засветы присутствуют. Теперь о положительных моментах. Дизайн. Размер, он тонкий. Звук хороший. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Поделиться своими впечатлениями вы можете в комментариях. А чтобы поддержать канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. До новых встреч!